Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита, вы смотрите канал Вегмар ТВ. Также одновременно это видео выйдет на канале проекта Синтезит. Я основатель вегетарианского клуба Вегмар, фудкорта брокколи на Таганке, ретритного центра в Сочи. В общем, те, кто наши подписчики Вегмара, вы меня прекрасно знаете. И мы на связи с Александром Сахновым. Александр, в двух словах представься, расскажи о себе, о проекте. Всем привет, я руководитель по связям проекта Синтезит. Это инновационный минерал, которому сегодня нет аналога в мире. Соответственно, мы с Никитой не просто так связались, потому что у Никиты есть опыт его приема и достаточно интересные отзывы по энергии, по здоровью. Ну, я думаю, что эта ситуация, она для всех, для нас актуальна на сегодняшний день, потому что из-за разных особенностей питания и так далее у людей определенный дефицит возникает, но этот дефицит можно как-то компенсировать, но такой, как Синтезит, компенсировать нельзя, потому что, ну, не было до сегодняшнего дня, до 2019 года аналогов этому препарату. И, Никит, давай тогда начнем, так как это видео будет на наших обоих каналах, да, у нас, я понимаю, будет такой формат. Ты расскажешь про свои результаты с Синтезитом, а потом задашь вопросы, которые есть у тебя, у твоих сторонников, да, вашего клуба. Да, отлично. Ну, давай начнем вообще вот для людей пару слов, скажем, которые вообще не понимают, что такое Синтезит. Синтезит – это маленькая капсула, это препарат, является биологически активной добавкой, БАДом. Вот, отлично, да. А достань, можешь достать прямо, показать, как это выглядит, достать капсулу, показать, чтобы точно было понятно, о чем мы говорим. И у меня действительно имеется опыт. Я буду рассказывать, ты просто, может быть, покажи. У меня действительно имеется опыт применения. В прошлом году я попробовал Синтезит. Случилось это при обстоятельствах не самых благоприятных. У меня была операция на верхней челюсти, и прошла она достаточно плохо. И те, кто смотрит меня давно, знают, что я не употребляю практически никаких лекарственных средств. Также я сейчас являюсь студентом школы натуропатии Михаила Советова. Скоро я стану натуропатом. И я пошел на невиданное для себя. Во, отлично. И если можно, приоткрой, прям покажи, как она выглядит. Вот, отлично. Ну да, отлично. Тут получается в упаковке 20 капсул. Вот, 5 блистеров по 4 капсулы в каждой. Вот, вот эта новая упаковка, она уже идет вегетарианская. То есть, если раньше у нас были вот такие вот упаковки черненькие, там были вегетарианские и не вегетарианские, то сейчас только вегетарианские идут. То есть капсулы использовались с желатином, а сейчас они делаются все без желатина. Да, там специальная целлюлеза применяется, как бы, ну, известно. То есть можно вас поздравить с тем, что вы стали более этичной компанией, и вам надо еще цветочек эко добавить и значок веган. И все прям тогда... Ну, у нас же все равно еще желатиновые остаются, как бы, люди же разные есть, так что поэтому пока вот так. Ну, я со своей стороны и от всех... моих, я думаю, подписчиков, могу взять на себя смелость пожелать вам все-таки сделать так, чтобы все капсулы были веганскими, потому что желатин – это продукт мясной промышленности побочный, поэтому нежелательно, конечно, им пользоваться. Вот, ну не суть. Так вот, как вообще я познакомился с Синтезитом и почему я принял решение заказать? Это была не реклама, со мной не связывался Александр. Я честно за свои деньги взял, заказал. У меня после операции не заживала практически верхняя челюсть, уже прошло 2 недели, я пропил курс антибиотиков, и врачи сдались, они говорят, я не знаю. Я голодал, я лежал, я наоборот, у меня было много физической активности, но процесс заживления никак не начинался. Позже стало понятно, почему, у меня там потом была и вторая операция, но между первой и второй операцией процесс заживления был настолько плох, что я вынужден был обратиться ко всем вообще методам, которые вот только существуют. Я начал искать. И мне попалось видео про Синтезит на одном из YouTube-каналов, в том числе видео людей, которым я доверяю. И, кстати, рад бы тоже на YouTube-канале, на сайте Синтезит, в числе тех людей, у которых берут интервью, потому что людей там достойных очень много. Я искренне верю, что эти люди отдавали свой отзыв не потому, что им заплатили деньги. Вот, это достаточно состоятельные люди. Я подумал, что почему не попробовать, да? Я закажу. Я тоже заказал. Я заказал в том числе и очень много БАДов, и почти ничего не сработало. А вот после приема Синтезита мне стало конкретно лучше. У меня здесь была очень большая опухоль в районе щеки. Она практически не уходила около 2 недель. Буквально вот 2 капсулы я выпил, мне стало становиться легче. На второй день я уже пошел на спорт. Сначала я только чуть-чуть побегал. На третий день я уже бегал прям конкретно. Потом я уже и плавал, и в баню ходил, и все. То есть где-то через неделю я вышел вообще уже на полный спорт-режим, и опухоль у меня почти спала. То есть то, ради чего, в принципе, я его заказывал, чтобы у меня процесс заживления наконец-то пошел, это все-таки случилось. У меня рана затянулась, у меня там кровь, например, очень плохо останавливалась. Это все произошло.
И я был, конечно, приятно удивлен, особенно на фоне других препаратов и добавок, которые я заказал, которые, ну, честно сказать, не могу сказать, что вообще не работали. Но вот этого вау-эффекта не происходило. А здесь произошел именно тот самый вау-эффект. И я стал пользователем синтезита вот до второй операции. По-моему, 2 или 3 баночки я пропил. Но я не помню, сколько капсул, честно говоря, Саша. Там же разное, по-моему, да, количество капсул в баночках было? Ну, вот если ты брал обычный синтезит, то там 20 капсул, как правило, идет. Ну, вот. Веганский я. Да, да, 20 капсул. Да. Ну, получается, 3 таких баночки я выпил где-то за 4 месяца. Я иногда не каждый день пил, иногда каждый день. Мне, конечно, это очень существенно помогло прожить эти 4, может быть, там чуть больше получилось. Потому что после второй операции все, проблема ушла, там стало понятно, в чем причина. Но вот этот момент, мне кажется, может быть, я бы даже и не жил полноценно, если бы с синтезитом не познакомился, потому что, ну, правда помогало. Вот. Что он из себя представляет? Я на тот момент узнал, что это биоактивное железо. Ну или, Саш, может быть, ты лучше расскажешь, что из себя представляет сам продукт? Да, давай лучше я расскажу, да. То есть на тот момент у нас было всего 2 продукта. Это был вот синтезит с надписью «железо», Iron, да, синтезит железа. И, по-моему, был или не был синтезит иммуноактив, синтезит, смешанный с водорослью фукус. Вот, но так или иначе, то есть изначально мы позиционировали синтезит чисто как вот синтезит железа. То есть мы говорили, это особо биоактивное железо, которому нет аналогов, потому что вот оно вот так вот хорошо и усваивается, потому что оно действует вот таким вот образом на организм. Но люди часто путались, да, то есть они воспринимали синтезит просто как железо, да, несмотря на то, что там всего 800 микрограмм. То есть, уважаемые зрители, чтобы вы понимали, 800 микрограмм – это даже не 1 миллиграмм, а все стандартные добавки железа, которые есть сегодня на рынке, они 20 миллиграмм, 30 миллиграмм, 50 миллиграмм и так далее. Вот. И даже в такой маленькой дозировке синтезит всего 0,8 миллиграмм, он оказывает свое действие, как вот Никита сказал, с первых 2 капсул он ощутил противовоспалительное действие, там еще разные моменты были, но, в общем, ощутил. И это отличает синтезит от всех других БАДов тем, что он работает сразу же, как только попадает в организм, и его действие можно отличить уже там, грубо говоря, в первые недели приема. То есть, ну, есть, конечно же, люди разные, да, там у кого-то может быть менее выраженная неприятность, у кого-то более выраженная неприятность, кто-то более чутко к организму относится и воспринимает его проявление, кто-то менее чутко. Но, как правило, большинство к нам вот попадает в такой же ситуации, как Никита, когда срочно нужна какая-то скорая помощь, да, и вот, ну-ка, знал я про синтезит, попробуй-ка синтезит. И эта ситуация, конечно же, она должна исправляться на сегодняшний день, потому что, ну, многие из нас принимают какие-то там витамины дополнительные, да, они не думают о том, что, ой, мне будет плохо, я начну пить витамины, они просто их пьют и пьют. Вот синтезит относится как раз к таким же вещам, которые не только как скорая помощь действует, но и как отличная профилактика, да, то есть помогая организму восстановить свои истинные исходные параметры. Вот, несмотря на то, что это в основе его железа, он действует немножечко не так, как обычное железо он действует. То есть... Вот расскажи подробнее, что происходит после попадания капсулы, и там про сырье спрашивали, и что происходит, механизм. Угу. Ну, одно из основных действий синтезита – это восстановление параметров крови, да, то есть что мы знаем про параметры крови, допустим, текучесть крови, да, то есть это когда есть густая кровь, есть жидкая кровь. Ну, я думаю, что с последними событиями, которые в мире вот обозначены были, да, ну, пандемическими, многие изучили этот момент, что вот кровь сгущается и плохо проходит через капилляры, соответственно, она плохо снабжает органы и ткани. Так вот, синтезит помогает эритроцитам разлепиться, кровь становится нормальной текучести. То есть, и она начинает проходить во все капиллярчики спокойненько и доносить кислород туда, куда надо, в любую клеточку, в любой, в кончик пальца, даже в зуб, в глаз, там, везде, в сердечную мышцу, в почки, в печень, и в кишечник, что немаловажно, да? Вот, это одно из таких свойств синтезита. Благодаря этому же получается, что кровь насыщается кислородом практически до 100%. Каждый орган у нас получает кислород. Благодаря этому мы живем, благодаря этому функционируют наши клеточки кожи, клеточки, все клеточки нашего тела благодаря кислороду, собственно говоря, и функционируют. Потом вот то, что Никита еще отследил лично на себе, противовоспалительный эффект, да, то есть было определенное воспаление, соответственно, была припухлость тканей, синтезит помог оказать противовоспалительное действие. Если взять любой другой цитрат железа, как многие люди, наверное, думают, я сейчас возьму любой другой цитрат железа, пойду в аптеку, это будет работать так же? Нет. Синтезит кончился, я подумал, сделаю перерыв, такой экспериментальный, на полгодика. Ну, примерно 4 месяца, 3,5, я пил это железо рутинно, каждый день, вместе с витаминами, просто как биодобавку.
Ни малейшего эффекта, ничего. Обычные препараты железа направлены максимум на поддержание уровня гемоглобина, поддержание уровня ферритина. Здесь немножечко другой механизм, да, то есть если они и поддерживают этот уровень, да, помогают как-то его поднять, то синтезит, он направлен не на поддержание уровня гемоглобина, ферритина там, и других моментов, связанных с железом, а на восстановление истинных параметров характеристик организма, то есть восстанавливая параметры крови, параметры кровотворной системы, синтезит способствует восстановлению в том числе и пищеварению, потому что каждая клеточка нашего кишечника, каждая ворсиночка, она к ней подходит капиллярчик, да, и капиллярчик уходит обратно. И питательные вещества всасываются непосредственно через ворсинку. И если кровь густая, если плохое кровоснабжение капиллярчиков, то просто большинство ворсинок, они не работают. И поэтому как бы не происходит всасывание питательных веществ. Вот. А синтезит способствует тому, что ворсиночки начинают нормально работать, и, соответственно, все питательные вещества начинают усваиваться. Поэтому и железо поднимается уровень человека, если у него был понижен. Гемоглобин у него восстанавливается, ферритин у него поднимается, витамины разные, витамин D3, да, тот же самый известный, да, то есть у нас есть случаи, когда акушер-гинеколог, она принимала витамин D3, вот, но у нее как бы, ну, не хватало, было плохое настроение там и так далее, но она решила синтезит пропить. С этой целью я взяла его как альтернативу витамина D, так как на тот момент у меня были для себя по своему самочувствию жалобы на постоянную сонливость, на усталость и... При лабораторном анализе витамина D, в общем-то, он у меня был в норме, учитывая его длительный период применения на тот момент. Учитывая, что данный препарат синтезит является также иммуномодулятором, я решила его попробовать на себе в качестве вот именно такого веселого витамина, да, такой добавочки, которая мне добавит сил. В общем-то, по итогу я могу сказать, что препарат достаточно хорошо повлиял на меня. Мне понравилось и данный вид препарата в его средствах, да, в жидком виде. Для меня это очень приемлемо. Я не люблю пить, не любитель там, горстями пить таблетки. Такая форма препарата меня вполне устраивает. Это раз. Второе, я действительно почувствовала на себе положительный эффект от данной терапии. То есть прилив сил у меня есть. Помимо этого, работоспособность моя увеличена. Это говорит о том, что при помощи синтезита можно поднимать все микроэлементы, нормализовывать. Не то, что даже поднимать, это не принудительное поднятие. То есть синтезит помогает организму работать так, как надо, пищеварению работать так, как надо, и благодаря этому стабилизируются все элементы. У нас даже есть случаи, когда, к примеру, повышенный ферритин на приеме синтезита, он понижался до нормы. То есть синтезит – это не стимулятор, это, грубо говоря, активатор, сила для организма, которая помогает ему восстановить его истинные параметры. Вот. Обычный цитрат железа, обычный хелат железа, он направлен только вот загрузить 20-30 миллиграмм в себя, дай бог 1% там усвоится где-то рядом, да, что-то, и что-то в крови изменится. Вот. Это может сказаться… Они являются токсичными, насколько я знаю, остальные препараты. Они, да, они при этом, благодаря своей дозировке в том числе, да, то есть, как бы, извини меня, ты погружаешь в себя, там, 30-50, там, есть препараты, там, и по 100 миллиграмм железа, да, то есть, 0,1 грамма, представляешь себя, ты какого-то... Ты считаешь, они не усваиваются, да, я правильно понимаю? А дело в том, что современная фармацевтика, так сказать, да, вот эта бадацевтика, она вынуждена такие дозировки делать, потому что считается, что усваивается очень маленький процент. Поэтому, соответственно, они придумывают разные там хелаты, фумараты, да, там и так далее, цитраты, вот, да. Вот у нас тоже цитрат, но это как бы другой немножечко цитрат. И, соответственно, вот эти формы преподносят людям как, а это еще более биоусваиваемое, давайте. Но там все, там мы видим также 20-30 миллиграмм, соответственно, как бы, ну, оно не усваивается, потому что там при дневной дозировке у человека, в принципе, 15 миллиграмм, да, там 20 миллиграмм, если ты спортом занимаешься, куда тебе 30 миллиграмм, да, то есть это переизбыток однозначно. Поэтому все эти моменты, они как бы, ну, могут негативно сказываться на кишечнике, а синтезит восстанавливает параметры крови, благодаря этому восстанавливаются параметры пищеварения, биохимия крови, насыщение крови кислородом, разные ферменты, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза там, и так далее. Все это дело потихонечку со временем восстанавливается, и организм восстанавливает свои нормальные характеристики. Поэтому мы не устаем, мы хорошо высыпаемся, мы отлично отдыхаем.
хорошая память, настроение, мышление, проходят проявления дерматозов. То есть... Для домохозяек теперь, то есть некоторый волшебный порошок, который вы добавляете в некоторую субстанцию. Вот расскажи, что это за сырье изначально. Я тебя уже спрашивал перед интервью, ты говорил, что оно экологичное, что оно био, что это? И что за волшебное? То есть некоторые секреты, о которых вы особо не можете рассказать, о том, как вы получаете этот цитрат, я так понимаю, к чему-то добавляется, и все это загружается в капсулу. Я правильно это понимаю? Да, ты правильно понимаешь, но давай немножечко разбавим мой монолог твоими еще результатами. То есть ты рассказал, хорошо, у тебя, вот ты как скорую помощь синтезит его действия увидел, да, вот да, у тебя опухоль спала. Вот у меня была вторая операция, я потом его еще раз заказывал, мне опять это помогло, я очень быстро восстановился, буквально 5-7 дней, я уже снова, ну не бегал, конечно, потому что у меня там серьезное было вмешательство. Но, как минимум, уже прям ходил вовсю, гулял много. То есть, ну, насколько я помню, дней за 10 я восстановился и потихоньку начал возвращаться к занятиям спортом. Конечно, в стандарте вот те вмешательства, которые у меня были, когда там расковыривают несколько зубов и заходят даже в пазух, это быстро не заживает. Вот. Поэтому я пользовался и после этого заказывал вот где-то, если я ничего не путаю, то до середины ноября, наверное, операция у меня была в октябре, я еще пропил пару баночек. Вот. Но после этого я к этому не возвращался. И еще один результат, который у меня был, поскольку это все-таки хирургические вмешательства, меня заставляли сдавать общий анализ крови до и после. Я обращал внимание, что после приема синтезита все-таки гемоглобин у меня подрос. Я сейчас не скажу цифры, у меня не осталось бумажек, но я обратил внимание. Вот. А по энергетике, по самочувствию, как у тебя было? Да. Сон тот же самый. Вот, мне очень интересно для наших зрителей узнать. Да, по энергетике. Энергии стало сильно больше. Я стал лучше высыпаться, я стал реже просыпаться по ночам. Я также обратил внимание на еще один момент, что очень хорошо запускаются все очистительные системы, они начинают работать качественнее. И лишний вес уходил сам. Без каких... То есть я образ жизни не менял, но я обратил внимание, что если я немножко на спорт поднажимаю, меня прям, вот я прям очень быстро худею, все лишнее наеденное, все моментально уходит. Это первое. Второе – качество кожи. Качество ногтей, качество всего. И, кстати, да, я давал также синтезит детям. Все эти баночки я не один выпил. Мне тоже было посмотреть, что-то изменится или да, изменяется. У них более быстро начиналось развитие, как по мне. То есть они быстрее начинали разговаривать. Интеллектуально я заметил, что в первую очередь он детям дает много. Мне тоже. То есть я больше потреблял информации и меньше перегружался. Вот я заметил такой эффект. Ну, он, то есть, полностью энергетический подъем, наверное, по всем чакрам. Вот если так можно сказать, я почувствовал усиление общего потока энергии, что очень благотворно сказывается на всем теле. Также я периодически практикую голодание, и я практиковал такую вещь, что я выпивал с утра капсулу и практически целый день ничего не ел или не ел вообще. Тоже отличная практика, он начинает намного сильнее работать, значительно проще переносится голод, нежели не выпив эту капсулу. Поскольку опыт у меня тут колоссальный, я и так и сяк голодал, есть действительно разница, так повеселее. Хотя формально голодом я уже не могу назвать, когда человек хоть что-то в себя потребляет. Ну, вот такой вот некоторый условный голод. Я это тоже в основном использовал для восстановления. То есть сок, например, можно попить. Да, кстати, вот дай, пожалуйста, рекомендацию, как правильно применить, чтобы получить лучший эффект. Потому что я все это вычитал просто в описании, что выпейте капсулу или две и как можно дольше не кушайте. Правильно? Да, хорошо, давай отвечу тогда на как применить, а потом по поводу того, что за субстанция внутри, да, и почему она отличается еще раз от другого какого-то железа, которое на рынке представлено. Применять всегда строго на голодный желудок, да, то есть если вы синтезит покупаете в капсулах, да, неважно в какой упаковке это может быть, вот такой, у нас есть эликсир, жидкая форма даже под язык, кстати, да, обратите внимание, что вот у нас есть жидкая форма синтезита, эликсир номер один называется, для приема под язык. Это что-то новое, я вот этого продукта не видел, там суть та же самая или это другое какое-то воздействие? Суть та же самая, просто он может усваиваться под языком. То есть если у нас некоторые наши потребители раньше брали капсулу, высыпали ее под язык и рассасывали под языком, чтобы быстрее в кровь попало, мы подумали, ну если вот людям нужен такой способ, ну давайте предложим им тогда жидкую форму. И на сегодняшний день это опять же единственный в мире препарат железосодержащий, который может усваиваться под языком. То есть это уже как бы у нас
И так он был единственный в мире. Не разбавлять еще... где-то в стаканчике, а прям под язык сразу капать. Да, под язык можно капать, да. Но если как бы есть 1% из 1000 человек, да, ну, получается 0,1%, у которых реагирует язык и эмаль. То есть тут надо смотреть, если реагирует, да, происходит какое-то там, допустим, потемнение, то, ну, просто можно капать и проглатывать сразу. Можно в стаканчик и выпивать. Но самое главное, всегда только на голодный желудок. То есть синтезит, он не должен смешиваться ни с какой другой пищей. Всегда, то есть минут за 30, за 40 до еды, без капсулы, с капсулой, запиваем небольшим количеством воды, и все. И минут через 30-40 можно уже кушать. Но, опять же, да, если вы, допустим, принимаете молочные продукты, есть такой разряд вегетарианцев, да, насколько я понимаю, то желательно после синтезита отказаться вот через эти 30 минут от молочного продукта. Лучше что-то растительное скушать. А, там еще было написано, от алкоголя отказаться надо, от чего-то еще. Ну да, алкоголь во время приема, конечно же, он любому лечению мешает, да, любому оздоровлению алкоголь мешает, конечно же, да. Вот. И соответственно, чай, кофе тоже мы не принимаем через 30-40 минут. Вот. Если вам с утра очень сложно это все делать, если вы привыкли пить чай, да, или кто-то кофе очень любит, или вот, ну, надо вот с утра молочки какой-то поесть, можете принимать синтезит днем до обеда. Но опять же убедитесь, что желудок ваш голодный, что это не ложное чувство голода, что он абсолютно пустой. Принимаем синтезит, и все, и через 30-40 минут можно кушать, можно вообще не кушать. То есть вместе с синтезитом, когда ты живешь, соответственно, как бы ты можешь там через час поесть, через два поесть, ты можешь вообще не есть, чувствуешь себя нормально, потому что, ну, энергетика другая. Тебе хватает того внутреннего запаса, который у тебя есть, потому что у нас, а, кстати, переизбыток. Чувство голода становится более, я бы даже не сказал, притупленным. Не сказал бы тоже, что оно, ну, оно меняется как-то качественно, оно другим немножко становится. Да. Оно становится не таким агрессивным. То есть вообще, в принципе, когда ты принимаешь синтезит, у тебя психическая деятельность нормализуется, так сказать. То есть у тебя происходит баланс, и ты начинаешь эмоции испытывать так, как ты и должен испытывать. У тебя нету вот этих качелей, да, как бы. Когда ты чувствуешь чувство голода, ты начинаешь такой, я сильно хочу кушать, да, мне срочно надо что-то поесть. Ты как бы плавно, я хочу кушать. Ну, когда-то скоро я поем. Ты не думаешь, а просто вот эта эмоциональная качель раскачивается. Да, да, вот я сейчас поем, вот я поел, да, и все, и спокойно. Вот синтезит, он так происходит. То же самое, допустим, если профессиональный водитель принимает синтезит, он замечает, да, раньше подрезали, он, меня подрезали, что такое, блин, не могу, злость вскипает внутри. То на синтезите ты, как бы, как правило, просто, ну, это жизнь, да, человек просто проехал, он куда-то торопился, может быть, он таксистом работает, может, у него жена рожает. Концентрация внимания на 100%, все оцениваю, что происходит вокруг, вот, и раздражительность стала гораздо меньше на неадекватных водителей, скажем так. Ну, ты об этом не думаешь, ты просто как бы, ну, как есть, все, зачем нервничать, лишнюю энергию тратить и все. То есть на синтезите это вот так происходит. Вот, по поводу приема, мы сказали, по поводу... Что это такое, да, как мы его делаем, как производится синтезит. То есть синтезит отличается от всех тех препаратов и БАДов, которые на сегодняшний момент есть. Это не экстрагированный препарат. Это не выделено из животного сырья. Это не выделено из растительного сырья. То есть поэтому он как бы абсолютно веганский, во-первых. Во-вторых, он... Но он же не материализуется из вакуума. Да, это же не вакуум. Он только что произведенный. Это новый элемент, который мы делаем при помощи моделирования процессов, которые происходят в глубине земной коры. Вот. То есть, к примеру, в производстве, в разработке этого минерала нам помогали там замечательные ученые Кривицкий, Бажутов, да, которые занимались как раз вот подобными вещами. И вот, допустим, Кривицкий, он изучал как раз образование земной коры, как это происходит, как это все формируется. У него есть абсолютно грамотная, четкая теория, которая рассказывает, что большинство, допустим, металлов и всего прочего, да, они образуются на самом деле в глубине земной коры очень-очень глубоко, далеко, при определенном сочетании давления, электричества в том числе, да, химическом сочетании. Соответственно, мы в сотрудничестве с этими величайшими, не побоюсь этого слова, умами, разрабатывали вот технологию создания синтезита. И моделируя процессы, которые происходят именно на определенных глубинах, на определенном давлении, с определенным химическим фоном, да, и так далее, мы получаем синтезит, мы получаем общий субстрат, из которого мы потом экстрагируем непосредственно наше железо. У нас получается трехвалентное железо. Это трехвалентное железо мы соединяем с лимонной кислотой, и в итоге у нас получается цитрат железа, аналогов которому нет на рынке. То есть, ну, если пропить курс синтезита, получить результат, потом через какое-то время взять, купить обычный цитрат железа и пропить его, то абсолютно ничего не почувствуете. У нас есть такие отзывы на нашем канале. Твой отзыв, кстати, вот я буду считать, что это интервью, это будет твой отзыв, да, практически. Это будет отзыв номер 283. То есть вот за чуть больше 2 года,
чуть меньше 2 лет существования нашего YouTube-канала, вот у нас уже 283 отзыв. Это из тех 1000 клиентов, кто дал обратную связь и кто согласился рассказать по видео о своих результатах. Вот. На самом деле, уважаемый зритель, маленький такой секрет, как с Никитой, да, почему это все случилось с Никитой. Потому что когда есть CRM, где ты видишь покупателей, которые заказали синтезит, и я просматриваю лист покупателей, просто двигаясь по списку, анализируя, как бы, откуда люди, из каких городов, я смотрю Вегмарт. И Вегмарт, понятно, что это веганский маркет какой-то, да, там почта была Никитина, Вегмарт. И, соответственно, я нашел Вегмарт, нашел, что Никита является руководителем, и написал ему: Никит, вот уже не первый раз заказываешь синтезит, наверняка есть у тебя результаты, может, хочешь поделиться? И вот, собственно говоря, спустя какое-то время мы сегодня здесь. Мне тут совершенно нечего скрывать, я скажу, как есть. То есть мое мнение купить невозможно. Я могу только сам рассказать, если мне что-то нравится. И в то же время я не буду плохо рассказывать о других. Ну, я в основном буду стараться концентрироваться на позитиве. Ты все-таки вот скажи мне, если я до конца не понимаю, то как это поймут остальные люди? Что, из чего? Я понимаю, что там есть некоторые секреты и ноу-хау, которые, наверное, нельзя рассказать, но все-таки что с чем соединяется, что получается? Цитрат железа мы поняли, еще получается. Изначально, что за сырье используется? Насколько оно био? Насколько оно... Что это? Людям очень важно, что они кладут в свой организм. Это минералы. Изначально это минералы. Да. Это минералы, да. Это искусственно полученные неорганические минералы, органические минералы. Это не искусственные минералы, это настоящие органические минералы, не железосодержащие. То есть у них нет абсолютно никакого железа. И по итогам органической химической реакции получается некий продукт. Правильно я понимаю? Да, да, электрохимическая, да, 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 электрохимическая реакция, там очень много реакций, очень много циклов, то есть саму технологию, вот подобную технологию компания разрабатывала на протяжении многих лет, до 2019 года. Я имею в виду, мне понять, что происходит некоторая реакция, в результате которой появляется железо, правильно? И это железо является более биодоступным, чем все остальное. А дальше вы уже к нему домешиваете, примешиваете и делаете продукт. Но изначальная субстанция, она полностью органическая, это биосубстанция. И, в общем, это можно класть в свое тело. И по поводу состава капсулы тоже в двух словах. Скажи, пожалуйста, там кукурузный крахмал и что там еще? Еще целлюлеза. То есть, если брать, то есть специальным образом обработанная целлюлеза, вот, если брать стандартную вот эту вот новую упаковку синтезита, да, которую я изначально показывал, вот, то, соответственно, это веганская капсула. То есть абсолютно. Вот эти капсулы, которые еще старые, где написано Iron, да, то есть у нас есть два варианта. Есть веганский, есть невеганский. Вот этот продукт, синтезит иммуноактив, в котором 60 капсул, но меньше дозировка синтезита, но там водоросль фокус еще. Я вот такой заказывал тоже. Да, уже. Да, да. Там 60 капсул тоже веганских. То есть они изначально, то есть там водоросль, капсулы тоже веганские. Ну и, соответственно, продукту тут никаких капсул вообще нету, тут только капли и все. То есть там только синтезит. И еще немножечко витамина В6 добавили, чтобы определенные европейские нормы соблюсти, потому что настолько малая концентрация железа, что как бат в Европе оно не проходило. И нам пришлось добавить туда витамин В6, чтобы уже как витаминосодержащую добавку зарегистрировать. Вы же по всему миру торгуете, правильно? Вы сейчас только на русскоязычную аудиторию работаете или уже по всему миру на всех языках? Ну, у нас и на английский переводятся наши видео, и на немецкий, и на французский наши видео переводятся. Соответственно, у нас есть производство и в Швейцарии, у нас есть производство и в Евросоюзе, и в Америке у нас есть производство, и сейчас там все это также можно купить. И вы прошли сертификацию, правильно? Там же сложно в этих странах пройти сертификацию. Конечно, да, конечно. Продукт официально везде сертифицирован. У нас даже есть антидопинговый сертификат Кёльнского университета спорта, что спортсменам можно применять, потому что у нас да, очень много спортсменов применяют синтезит, они завоевывают места призовые, рекорды мировые ставят. У нас есть уже такие люди. Ну, с победой мы поздравляем Ранеля Шафикова, Республика Татарстан. 7054 очка. Вот, и, соответственно, нам нужно было показать, что это не допинг. И вот у нас есть такой сертификат, который принимается даже ВАДА. Потому что, ну, синтезит реально, вот как ты сказал, да, допустим, дети быстрее растут, быстрее развиваются. Ты это видишь, ты это чувствуешь. А это что? Это не ускорение, это не акселерация, это не стимуляция. Это то, как они должны, в принципе, нормально развиваться, расти, когда у них нормальные характеристики крови. Но из-за того, что у нас там экология такая, в овощах, во фруктах они там как-то каким-то образом выращены, да, нету вот этого вот именно вот такого состава, как синтезит, получается, вот мы немножечко функционируем процентов на 40, на 50 даже, может быть, не так, как должны функционировать.
И синтезит помогает восстановить. У меня уже просто дальше мысль идет. Пара вопросов у меня про железо. Давай поговорим про железодефициты. Мы уже, я секрет открою подписчикам, не первую попытку делаем снять интервью, у нас какие-то технические были сбои, и мы с Александром обсуждали такой момент, он меня поразил. Александр оказался в курсе нашего там закрытого рецепта, как мы рекомендуем в натуропатических чатах, и клиентам школы Михаила советую, и сам Михаил рекомендует способ по поднятию гемоглобина. Это яблоко с гвоздями. Александр все вообще не удивился. Да, я знаю яблоко с гвоздями, но что такого? Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, от яблока с гвоздями может подняться гемоглобин? Смотри, гемоглобин может подняться и от обычных аптечных БАДов, и от яблока с гвоздями. Да? Гемоглобин, я вообще имею в виду, железо усвоится? Вот какая-то часть, конечно же, что-то там примется, да, без проблем. То есть, и в моменте оно, организм отреагирует, он выровняет уровень, да? Но он не решит проблем с пищеварением, он не решит проблем с кровью. И потом, когда ты перестанешь это принимать, у тебя все обратно рухнет. Потому что ты не восстановил организм. А синтезитом? Вот я пропил... Вот скажи, сколько курс занимает? Я пропил курс, и что дальше? Потому что тоже люди задавали такой вопрос. Он упадет? Или, то есть это каждый день надо пить всю жизнь? Или какой вот, план? Вот еще раз, да, смотри. Вот в одной капсуле синтезита содержится 0,8 миллиграмм, 800, то есть 800 микрограмм вот этого нашего биоактивного железа. То есть рассматривать его как источник железа не стоит. Оно сразу все идет на энергетические нужды организма, да. Оно сразу идет на работу там, с эритроцитами, с биохимией и так далее. Организм его использует как чистую энергию, грубо говоря, да, как топливо, как ресурс. Он при норме, допустим, потребления, ну, грубо говоря, возьмем там 15 миллиграмм в сутки, 1 миллиграмм, меньше 1 миллиграмма не может рассматриваться как компенсирующая доза железодефицит. Ты с этим согласен? И с этим зрители все согласны? Я чихну, подожди. Будь здоров. Ну так чешки, я уже сижу минуту 200. Думаю, сейчас чихну посередине твоего диалога. Надо чихать, мы же правду говорим, у нас же лозунг «Правда, ничего кроме правды». Чихай смело. Хорошо. То есть 1 миллиграмм меньше 1 миллиграмма не может рассматриваться как какая-то компенсирующая дозировка для решения вопроса железодефицита. Но это все прекрасно понимают. Одна капсула синтезита содержит меньше 1 миллиграмма. Но мы при этом видим, что люди, которые принимают синтезит достаточно продолжительное время, у них восстанавливается уровень железа, да? Но они при этом железо не принимают. Он держится потом. Восстанавливается, я верю, я на себе. Он потом держится? Вот смотри, что происходит. Он у тебя восстановился, потому что у тебя восстановилось пищеварение, характеристики пищеварения и параметры крови. Органы начали нормально запасать железо из твоей пищи, да? То есть у нас печень железо запасает, ферритин железо запасает. Там еще... еще и запасает. То, пищеварительная система усваивает, а органы и ткани запасают. Вот. И определенный запас депо образуется, да, который организм потом расходует. И постепенно новое получая, он также через пищеварительную систему. Вот. Если ты пропил синтезит, у тебя восстановилось пищеварение. Если ты перестал потом пить синтезит, и ты ведешь, допустим, нездоровый образ жизни, да, ты там принимаешь какие-то моменты, которые затрудняют пищеварение, какие-то вещества, да, там, не знаю, много мучного кушаешь, да, мясную пищу начинаешь есть, ты забиваешь свой кишечник снова, да, у тебя поступают токсины, кровь снова у тебя загущается, да, у тебя возвращается тот цикл, и постепенно со временем, конечно же, у тебя уровень начнет падать. Если ты ведешь здоровый образ жизни, да, то у тебя эти характеристики сохранятся очень долго, то есть это может быть 3 месяца, это может быть полгода. Вообще, как вы рекомендуете? Размер курса, его длительность и как часто его повторять? Вот ваша официальная рекомендация. Ну, мы рекомендуем первый курс хотя бы полтора месяца пропить, чтобы уже вот понять окончательные эффекты какие-то. Да? То есть, это две упаковки, да, получается? Это да, это две упаковки стандартных. А с чего лучше начинать, с какого количества? Ну, вообще, если человек хочет прям протестировать, да, то самый удачный вариант для него протестировать – это вот синтезит эликсир номер один. Вот. Он содержит в себе половину вот такой упаковки. То есть, грубо говоря, тут размешано 10 капсул. Да. То есть, ну так как большинство людей начинают понимать действие синтезита уже там со второй недели приема, ну даже с первой, да, вот так вот, ну как ты, допустим, с первого дня. То я с первого дня, да, сразу. Да, то есть большинству как бы эликсир будет достаточно, чтобы просто сделать тест. Но... Я заметил, что он имеет накопительный эффект, и когда его постоянно пьешь, я понимаю, почему вы говорите о курсах, становится, ну, он действительно накапливается, и этот эффект, он усиливается. С каждым новым продолжением, вот чем дольше ты пьешь, тем сильнее становится этот эффект. И я бы не сказал, что это накопительный эффект синтезита, я бы сказал, что это накопительный эффект действия синтезита на кровь, на организм.
на фоне благоприятных условий начинает чувствовать себя по-другому, начинает решать какие-то вопросы, я по себе заметил, которые там много лет он откладывал, у него не было на это времени. А тут сейчас оно появилось, вот особенно когда я после второй операции восстановился, я прям почувствовал, как весь организм приводится в порядок. Конечно, да, он получает возможность для того, чтобы восстановиться. То есть, как еще раз говорю, это не стимулятор, да, это, грубо говоря, просто энергия, которая дает, ну, условно говоря, энергия, которая дает организму возможность решить свои задачи. И чем больше ты эту энергию ему поставляешь, это топливо, да, ну, грубо говоря, как топливо синтезит, если рассматривать, тем дольше и эффективнее организм может решить свои задачи. Вот, то есть, ну, лучше, конечно, первый курс рассчитать, ну, 1.5-2 месяца, чтобы уже как бы понять, да, ага, вот это со мной произошло, можно анализы предварительно сдать, потом через 2 месяца еще раз можно сдать анализы, посмотреть, что случилось с моими анализами, ну, кому это важно, да, замерить количество выпадающих волос до синтезита, после синтезита, зафотографировать какие-то там повреждения на коже, если есть, да, дерматологические повреждения там. Разные моменты бывают. Вот. У кого-то ногти постоянно вырастают, там, плохо растут ногти. Все это синтезитом, все это налаживается. То есть комплекс на весь организм. И физическая, и психическая деятельность налаживается благодаря его действию. Вот. Поэтому да, ну 1.5-2 месяца. Вот. У тебя, ты мне вот скидывал один из вопросов, который задали твои ребята из чата. По поводу цены, да, то есть 3550, стандартная упаковка синтезита на 20 дней. Там, да, мысль была такая, что теперь что, всю жизнь, получается, надо каждый месяц покупать. Вот как можешь прокомментировать? Ну, смотри, мы принимаем всей компании синтезит постоянно, то есть ежедневно, на ежедневном основе. У нас есть люди, кто принимает синтезит по следующей схеме, а не через день, допустим. Прекрасно выглядишь, я тебе хочу сказать. Спасибо. Мне 41 год наступил в марте, как бы, ну пока вроде нормально, да. Ты вегетарианец, да, для нашей аудитории тоже скажем? Ну, да, в основном. Но, в основном, да, но рыбу и молочку, рыбу я там могу раз в неделю, допустим, поесть, как бы, ну и молочку периодически. Это вегетарианец, это значит, да. Ну, это такие виды вегетарианца, да, где это позволяется, но в целом, как бы, вот наша аудитория скажет, а, ну все, понятно. Ну ладно, это вообще. Ты ведешь здоровый образ жизни, и у тебя прекрасные результаты, это по тебе видно. Поэтому тут. Мало того, допустим, многие люди беспокоятся, а не будет ли у меня переизбытка железа. Но еще раз, да, 1 миллиграмм, меньше 1 миллиграмма в одной капсуле. И я сдавал 3 недели назад анализы, я их прикреплю. У меня все анализы по железу в идеале. По железу, по гормоналке, по эритроцитам, все идеально. Это анализы, как мне сказал врач, не выше 30 лет жизни. То есть вот такие. Примерно. А до этого как-то было хуже? То есть в динамике какие-то изменения были или нет? До этого я сдавал до приема синтезита, да, все по-другому немножечко выглядело. Сейчас выглядит вот четко, вот прям четкие такие ровные, классные анализы, идеальные анализы. Вот. И по поводу того, что всю жизнь принимать или не принимать, это, конечно, выбор каждого, да, то есть его можно курсами принимать, его можно принимать потом через день, его можно принимать, когда ты уже чувствуешь, что ты начинаешь хуже высыпаться, да, ну, как критерии оценки какие-то, да, понимаешь, что начинаешь уставать, ну, значит, надо начинать принимать синтезит, понимаешь, что ты начинаешь просыпаться не в 6 утра или не с рассветом солнца, как ты начинал просыпаться с синтезитом, а уже позже, да, и ты уже не можешь открыть глаза, значит, надо пить синтезит, ты снова начинаешь нормально просыпаться и делаешь очередной курс. Либо снижаешь дозировочку, да, какую-то, и пьешь полдозировки такую, чтобы это. Но опять же, да, то есть все условно. К примеру, что такое 3550 на месяц, да, даже пусть даже это будет там 6000 на месяц, да, к примеру, да. То есть для кого-то это там, не знаю, бросить курить, да, то же самое. Для кого-то это отказаться от, не знаю, нескольких походов в Макдональдс, да, то есть по большому счету. Но это здоровье, тут надо выбирать. Я брат по звуку пошел, какой-то возле микрофона. Ты, может быть, этим блистером шуршишь? Не шурши, прям слышно на тебя. Хорошо, хорошо, спасибо. То есть это выбор как бы каждого человека, да, то есть у нас многие из людей, кто принимают синтезит и кто в результате отказался от большинства каких-то других добавок, которые на фоне синтезита, ну, они не дают ощутимого эффекта, это надо признать, можно месяцами их пить и ничего не чувствовать. Тут экономический эффект налицо, если ты раньше платил за это 1000, за это 500 рублей, за это там, да, еще там 2-3 тысячи, разные же БАДы есть дорогущие БАДы. А тут ты покупаешь всего один БАД за 3550, и у тебя столько результатов, а все остальное ты получаешь из пищи. Я вообще очень сильно был удивлен, что такая сравнительно недорогая цена у продукта, за что отдельная благодарность, потому что, как по мне, это от 30 там, до 300 тысяч рублей и больше, ну вот по самому эффекту, потому что исключаются фактически все, в моем случае, медикаментозные какие-то препараты. А по большей степени, если БАДовые биологически активные добавки я использую, то
только для усиления, ну, например, там мультивитамин группы Б, то, что есть из рекомендаций, в принципе, и то, что сам пропиваю для усиления там эффекта самого. А по большей степени все вот эти вот темы, как таблетки там от головных болей, потому что раньше из-за большой психической нагрузки, большой работы вот именно умственного труда, интеллектуального, головные боли были частым фактором. В данном случае можно сказать вообще, в принципе, где они, их в принципе нет, потому что улучшилась работа кровеносной системы. Я, кстати, помню, что я использовал схему за счет того, что я давал детям, ну и супругу угощал вообще тут и родственников, но вот честно, они ничего особо не почувствовали, по детям я увидел эффект. Но я это к тому, что раз в два дня я вот такую схему для себя выработал, она тоже работает, он поддерживается, и при этом, ну, растягиваешь эту же баночку 60 капсул, она растягивается, ну, на достаточно продолжительный срок. Только, насколько я помню, там действующего вещества, по-моему, меньше, да? Да, вот, ты сейчас говоришь про иммуноактив. Вот, то... вот, да, вот такую баночку, да. Да, если вот тут, допустим, 20 капсул, да, по 800 микрограмм, то здесь 60 капсул по 300 микрограмм, и плюс водоросль фукус. Да, здесь на 11,5% синтезита больше, чем в, вот здесь. Да, как бы, ну, тут еще добавлен водоросль фукус. Больше, наоборот. Да, вот здесь чуть-чуть больше, суммарно. Суммарно. Суммарно во всех капсулах. Да, да, да. Да, конечно, да. То есть, если ты говоришь про детях, уважаемые зрители, то есть у нас на каждой упаковке написано от 18 лет, если вы решаете принимать синтезит, давать его своим юным подопечным, да, соответственно, как бы это ваше личное решение, консультируйтесь с доктором. Почему? Потому что любой БАД, если нет исследований... Если БАД не исследовался на детях, то надо всегда писать вот такую юридическую формулировку. Да, 18+. Взял на себя эту ответственность, все, полет отличный прошел. Да, и вот как ты говоришь, что им хватает одной капсулы 300 микрограмм на 2 дня, надо понимать то, что мы рождаемся с определенным запасом, да, и вот это вот, вот этот синтез элементов, который происходит, чудо рождения человека, все-таки там что-то есть такое, что вот к 25 годам вот оно вот потихонечку исчезает, да, когда соматотропный гормон снижается, и да. Детям нужен небольшой, небольшая помощь, небольшой импульс, чтобы они поддерживать вот эти поступления таких элементов, видимо, которые при рождении давались им, чтобы у них продолжалось вот это вот мощное, хорошее, нормальное развитие. Вот. Ну, давай, может быть, вопросы, у тебя были еще вопросы? Да, вот скажи, пожалуйста, все-таки вот я купил, мне понравилось, какие варианты удешевить? Такой вопрос уже был в чате, то есть, ну, дорого все-таки, ты говоришь, 3500 не проблема, но люди живут в разных местах, аудитория огромная, вот наш канал тоже по всему миру смотрит. Да, ну, во-первых, заказать можно, я так понимаю, по всему миру, а во-вторых, вот как все-таки удешевить, потому что многим людям это не по карману, особенно если речь идет о том, что человек хочет восстановить, ну, в какой-то долгосрочной перспективе, очень у многих людей железодефицит, это не только касается вегетарианцев, сыроедов, кого-то еще, мы вот в школьной туропатии видим, что это касается практически всех граждан, и не каждый второй имеет какие-то дефициты, и железодефицит, он, наверное, самый распространенный, но при этом человек финансово ограничен и хочет, там, не знаю, какие есть варианты? Групповые закупки, оптовые, скидки? Расскажи все. Ну, я думаю, что лучший вариант, это, конечно же, вот как ты сказал, что групповые закупки какие-то, то есть объединяться по интересам, да, и, соответственно, выбирать ответственное лицо, которое будет обращаться к нам, и мы будем, соответственно, за оптовую закупку давать определенную скидку. Вот у нас, допустим, уже сейчас есть, к примеру, от 10 упаковок ты покупаешь, там есть 13%, это просто можно взять, найти, зайти на сайт, выписать счет, ну, на юрлицо только, естественно, да, вот. А если вот как это частное лицо и это группа лиц каких-то, то, в принципе, можно, вот у нас есть сайт synthesit.ru, там есть и маркетплейсы все наши российские, и ссылки на наши иностранные сайты, это основной наш сайт. Вот, и там есть открытая линия, там есть чат, соответственно, можно написать нашим девушкам, девушке, чтобы они передали мне, допустим, Александру, да, я такими вопросами параллельно тоже могу заниматься. Или вот нас тут собралось 10 человек, мы хотим сделать оптовую закупочку, вот дайте нам, пожалуйста, скидку. И, соответственно, от количества будет, соответственно, скидочка рассчитана. Так, вопросы из чата. Если будут врачи смотреть, Никита, если будут врачи смотреть, для врачей у нас отдельные условия, то есть те, кто связан с медицинской деятельностью, косметологией, да. Пациенты, да, будут прописывать. Натуропатия, да, то есть, соответственно, всем у нас есть определенные скидки, достаточно хорошие, стартовые, которые не ограничены. Вопросы, да,
Там так все пока присматриваются, но интересно, конечно, я понимаю. Да, кстати, по поводу детокса ты говорил, да, то есть... Когда начинаешь принимать синтезит, если, ну, я понимаю, вегетарианцев это как бы не так будет сильно касаться, да, то есть в редких случаях, когда восстанавливается деятельность пищеварения, начинает нормально работать печень, может произойти сброс токсинов, да, так сказать, так называемый, да, то есть это может быть кратковременное явление, то есть тут вот эта вот детоксикация у редкого процента людей такая бывает, когда вот, грубо говоря, позыв, да, и у тебя прочищает, как говорится, по полной программе, кишечник освобождается, очищается. Это есть, да, такое бывает. Но при этом по поводу еще токсинов в печени... Поддерживал такие процессы. Да. А, многие знают, да, кто изучал, допустим, печень, ее особенности, биохимию, аланин-аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, холестерин. Вот у синтезита есть научные исследования, которые показывают, есть у меня результаты на людях, на свои личные результаты, которые показывают, что все эти ферменты, они поддаются очень мощной коррекции синтезита. Это говорит о том, что восстанавливается функция печени. А функция печени – это детоксикация, по большому счету. А это цвет кожи то же самое, да, то есть люди, принимающие синтезит, у них мешки под глазами проходят, кожа светлеет, синяки уходят, это как бы, ну, такой один из таких видных признаков, видных эффектов. Хорошо, давай вопросы. Я предлагаю сейчас, как у Дудя, блиц-опрос, ну, постарайся быстро ответить, я тебе задам 5-10 вопросов, которые люди написали в чат. Я один написал в наш московский чат, один в наш натуропатический чат вопрос и получил ответы. Значит, кому не стоит принимать, если ограничение или всем допускается? Ну, как я говорил, да, то есть у нас юридическое ограничение 18 лет беременным кормящим матерям. Вот, всем остальным допускается, вот. То есть тут никаких побочных эффектов быть не должно, даже если дозировка будет там, в 2-3 раза выше нормы, которая заявлена у нас, то есть одна капсула на 60 кг веса. Вот. Ну, при заболеваниях, конечно же, уважаемые зрители, консультируйтесь со своим врачом. Если у вас что-то болит, что-то, где чем-то от чего-то лечитесь, всегда консультируйтесь со специалистом. Да, консультируйтесь, да, потому что, ну, это ваша ответственность. Вот. Но синтезит, он побочных эффектов не имеет, в отличие от многих других препаратов. Так, если у человека железо в норме, рекомендован ли БАД к употреблению? Синтезит не вызывает переизбытка железа, переизбытка ферритина. То есть, как мы уже говорили, да, синтезит способствует восстановлению характеристик крови, параметров крови, реологии крови, биохимии крови, ее подвижности, насыщения крови кислородом, восстановление деятельности кровотворной системы, то есть стволовых клеток, что влечет также увеличение иммунитета, укрепление иммунитета, генерацию новых клеток, генерацию новых эритроцитов, тромбоцитов, восстановлению всех органов и тканей. Там, где организм видит проблему, он может более эффективно ее решить при помощи синтезита. А переизбыт каких-либо элементов он не вызывает. То есть он рекомендован также тем, у кого нормальный уровень железа. Даже если переизбыток железа, в принципе, организм при помощи синтезита может наладить этот процесс с высокой долей вероятности, и железо, излишнее железо, токсичное железо будет выведено. Но вам надо будет консультироваться со специалистом. А вот тут тоже в эту же тему, в принципе, вопрос. Я немного перефразирую. У человека анемия, и он интересуется, можно ли применять для лечения. Ну, я думаю, что тут надо, конечно, разбирать ситуацию, но в целом... Вы, я думаю, не можете рекомендовать, да, ничего к лечению, потому что у вас биологически активная добавка. Но у нас, но БАД, у вас, да, наверняка есть опыт. У вас есть опыт. У тебя 283 видео сегодня на YouTube. Скажи, пожалуйста, кейсы, когда анемия полностью проходила, есть? Причем достаточно быстро есть, да. Но опять же, есть разные причины анемии, тут надо как бы разбираться, да. Но как? Вспомогающее средство, допустим, да, то есть если человек уже кучу всего перепробовал, ему ничего не помогает, попробуйте синтезит, да, то есть, и опять же, если у вас уже достаточно мощная, уже очень, очень тяжелая анемия, надо понимать, что истощены запасы железа, запасы ферритина в организме, да, а синтезит, как вспомогательное средство для компенсации, его мало достаточно, да, то есть, это не быстрый будет результат. То есть пока организм запустится, пока пищеварение восстановится, пока начнет получать, одновременно с этим синтезит, что у вас, если у вас тяжелая анемия, у вас нехватка гемоглобина, у вас с эритроцитами вопросы, скорее всего, возникают. Синтезит восстанавливает деятельность кроветворной системы, организм начинает производить новые эритроциты, да, и в этот момент, допустим, у вас и так не хватает ферритина, организм еще ферритин изымает дополнительно у вас для того, чтобы произвести новые эритроциты, у вас ферритин еще может не заскакнуть. То есть это надо делать очень как бы так осторожно, грамотно и смотреть,
Но опять же, да, то есть в любом случае люди, кто принимает синтезит, даже если сначала у них ферритин, к примеру, может упасть, если сильная анемия была, да, и организм начинает его еще сильнее изыскать, то все равно энергия возрастает. То есть так как кровь начинает работать по-новому, даже с низким уровнем гемоглобина, так как в принципе организм уже человека адаптировался к этому, да, органы и ткани, они привыкли к кислородному голоданию, к постоянному, то когда кровь разжижается, и даже та кровь, которая ходит, тот гемоглобин начинает ходить более эффективно, уже человек чувствует облегчение, он уже лучше. То есть, вот это да. Расскажи еще про успешные кейсы, это вот от меня вопрос. У вас много успешных кейсов, и с раком, я смотрю, люди приходили на разных стадиях, и с чем? Вот, вот реальных людей можно даже их назвать, так будет интереснее, и пригласить, я думаю, заодно можно нашу аудиторию к вам на канал познакомиться, там есть что конечно, посмотреть. Конечно, конечно, да. Подписывайтесь на YouTube Синтезит. Спортсмены опять-таки у вас. Да, ну, кейсами что можно назвать? Кейсами можно назвать спортсмена, да, с которым мы это даем синтезит. Положительный опыт или негативный, это все опыт. Опыт, в общем, не кейсы, это вот опыт. Какой у людей опыт применения, от чего они избавлялись? Самое вот для тебя, 283-е видео, самое интересное, чтобы ты обозначил. Да, они все интересные. Ну, вот реально, когда там у человека 8 лет трофическая язва не заживает, да, и тут за месяц с синтезитом она проходит, это как бы, ну, дорогого стоит, да, потому что трофика восстанавливается там, и так далее. Когда многолетние там лор-заболевания у человека перестают проявляться заново. Ну, возьми все органы и ткани от головы до пяток, да, всю психику, все психологические проявления человека, вот со всем этим мы за это время столкнулись. То есть это комплексное действие. Восстановление сна, да, то есть это... Если из психики брать, вот самое такое запоминающееся, посттравматическое стрессовое расстройство у афганца, да, который много лет страдал от этого, когда он мог из-за какой-нибудь ерунды человеку, извини меня, вмазать, да, вот, тут он становится спокойным, все, у него этот триггер перестает действовать, то есть замкнутый круг прошел, мозг восстановил свою деятельность. Это когда деменция у людей прекращает развиваться, да, то есть она не восстанавливается, мозг полностью, но деменция останавливается, развитие останавливается, то есть мозг начинает на том уровне работать, на котором он сейчас есть. То есть, ну и аллергия на цветение, да, то есть как бы вот казалось бы, вот у нас какой-то специальное железо, и где тут аллергия, да, вот, пожалуйста, аллергия на цветение проходит у людей, тоже интересный, да, и так по всем органам и тканям можно смотреть, аритмия, когда проходит у людей, да, была всю жизнь аритмия, там, стенокардия, раз прошла, как бы, опять же, уважаемые зрители, вот мы сейчас про все это говорим, перечисляем, да, это не волшебная таблетка, это средство, которое восстанавливает параметры крови, благодаря этому восстанавливается весь организм, потому что кровь – это самое важное, то, что питает наши органы, ткани, питательными веществами, кислородом. Поэтому синтезит действует не потому, что он действует там, на сон, не потому, что он действует на энергию отдельно, на ногти отдельно, на кожу, на волосы, он восстанавливает характеристики крови, это важно понимать. Никакой другой препарат с железом такого не делает, это просто невозможно с их характеристиками. Александр, ну, в принципе, я вот сейчас ознакомлюсь со всеми вопросами. У нас такой живой диалог получился, что мы ответили уже на большинство вопросов. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ты читаешь комментарии где-то, может быть, ты можешь ответить? Уважаемые зрители, у нас на нашем YouTube-канале комментарии заблокированы. У нас есть комментарии в нашей группе ВКонтакте vk.com/synthesit. Так же, как пишется, да, вот по-английски так оно и пишется. Там можно пообщаться. Да. Ну, нас можно написать, ты, я думаю, можешь ближайшую там недельку-две захаживать периодически, смотреть, что люди пишут. Если вам интересно, я так понимаю, вы абсолютно полностью открыты для связи, на любые вопросы готовы отвечать. Да. Здорово. Да. Я благодарю Александра за уделенное время, благодарю вас за внимание, желаю всем хорошего здоровья, здоровье на дороге не валяется, следите за ним, занимайтесь собой. Желаю, чтобы оно стало лучше. Благодарю Александра за такой продукт, правда, который улучшает вот, как минимум мою жизнь и наверняка может на вашу повлиять. Всем хорошего настроения, хорошего самочувствия. И ждем ваших комментариев на наших ресурсах. Будем общаться, будем обсуждать. Очень интересен опыт каждого. Никита, спасибо тебе большое за такой полноценный отзыв о синтезите, за честный отзыв, за интересные вопросы от твоей публики. Уважаемые зрители канала Вегмарт, если у вас будут еще вопросы по поводу продукта, конечно же, находите наш сайт, пишите нам в открытую линию, в наш чат, звоните нам на телефон, у нас бесплатная открытая линия есть по России, ну, 8800, как вы знаете, да, вот эти телефоны все. Вы можете в нашу группу ВКонтакте добавляться, писать туда свои вопросы, мы всегда ответим, всегда поддержим. Продажи по всему миру, если у вас родственники за рубежом, также можете им порекомендовать это видео посмотреть, потому что, ну, у нас клиентура и
Новая Зеландия и Мальдивы, в общем, отовсюду заказывают синтезит, и отзывы, соответственно, из всех стран мира, которые вы также можете посмотреть и ВКонтакте, и на нашем YouTube-канале. Уважаемые зрители канала Синтезит, спасибо большое за ваш просмотр. Надеюсь, вам такой формат тоже понравился. Это вот первый подобный формат. Я желаю вам всем здоровья. Если вам это видео понравилось, посчитали его информативным, полезным, конечно же, ставьте лайки и делитесь со своими близкими, друзьями, знакомыми, потому что это может сделать их жизнь немножечко ярче, качественней, добрее, веселее, здоровее и быть всем нам в итоге счастливее. Благодарю Александра тоже за приглашение и возможность поделиться, да, опытом, да, с подписчиками Синтезита. Большое спасибо, друзья. Тогда до новых встреч. Всего доброго. Всем пока. Никита, до свидания. До свидания.